записывать начну сейчас. Всем привет, и мы продолжаем писать тест. Тебя, кстати, слышно не будет. Микрофона у тебя нет. Ну ладно. Будешь невидимкой. Я ему вертикальные наводки поставлю. Я ему поставлю оптику. Сейчас посмотрим. Так. И досыпатель. Я не знаю, правда, сколько у него зарядка. И я вот смотрю, я ему, наверное... 6 секунд, да? Ну, нормально. И я ему поставлю оптику. И у меня будет 440 обзор, правильно? Постоянно. Вот. Что ж. Чем стрелять? Голдой, наверное, да? А, голду на первое место поставлю. Фугасов чуть-чуть оставим для всяких там бафлитрахеров. А, сюда ставим стандартку. Я только аптечку ставлю этот. А чтобы вероятность там, ранить экипаж была меньше. Так, ну все. Покрасить еще. Такой у меня стандартный. Вот опять же таки за голду все делаю. Три процента. Ну на, где? Левый же кнопка. Сука. Напиздел на них зазря, да? Нахуй пиздец, блин. Так, а вторая, блин, у нас будет. Что это такое, блин? Как это называется? Эмблема 4, типа эмблема другими. Это. Непонятно, блядь. Знак. Сейчас это знак. Так они ж тут разные есть, чувак. Тут есть большие, бо я большие ставлю. Активировать. Хорошо, у меня больше нет. А? Ну то что есть, мне не жалко. 170 штук у меня до там будет. Надпись какую-нибудь похабную. Вот это франт или что? Франц. Я так и думал, что франц. Роза. Ватан. А? Роза, да? Ладно. Кионик. Где-то раньше перевод был этих слов, блядь, Хаген, что они означают, если не ошибаюсь. Есть ли же, блядь. Вообще легкий чувак. Да, его просто надо учить. Тигер. Тут есть большие пизда. О. Рачик. Бог ра. Поехали. Я вчера выяснил, как видеть эту лампочку зеленую. Надо сначала самому нажать готов, а когда твой союзник готов нажмет, она загорится. А я вчера ждал, что Дима нажмет, и я сразу вижу. Но я не подтверждал готов. А, вот о чем-то. Не постоянно вроде. У меня рандомно. Сейчас посмотрим, настройки зайдем. Так.
Отключить боевой чат. Включить эффект оптики в снайперском режиме. Давай включим, посмотрим, что это. Включить динамическую камеру в горизонтальном снайперском режиме. Показывать макро техники на панели. Показывать лишь направление. Показывать. Так. А, и в чем это может быть? Как она там называлась? О чем мы там говорили? Круги нахуй поубирают, я FPS вырастет. Чем мы там хотели посмотреть? А, отображение такое нет тут вообще. Отображать? Яху. Точнее, не похуй. Мне кажется, высокооборотистая это бензиновая, а низкооборотистая это дизель. Потому что высокооборотистых дизельных я еще не видел. Если пердит громко и часто, ибо, значит, бензин. Чего у нас тут с пробитием? Ну а зарядочка сколько? Блин, а скину надо поменять. О, пробил. Я сейчас тебе подъеду через низ. Эффекта оптики в прицеле я вообще никто не понял, что он такого прикольного. Нихуя она не зеленая. А, ну по кругу зеленая, ну. Не только по кругу. Ну, не, не. По краям, да. А мне надо. Бля, я ж ее отключу. Вот включить оптики снайперском прицеле отключим. Короче, да ну нахуй. Сейчас как бы некогда. Скорости, в смысле? А, ну быстрее заряжается, чем сводится. Ты об этом? Ну и хуй с ним. Чё я сюда поехал? Могу. Где ты, блядь? Проехать, напасть справа. Логи-то какие. А, так пинг по 200, ёбаный вот. Спереди от меня какая-то хуйня. Бычата убить надо. Давай фугасами. Ага, ты не ожидал такого маневра, чувак. Кто там пиздит меня, блядь? Вафельтрахер, что ли, блядь? Ты пидор, блядь. Ну а тебе, блядь, башню нахуй фугасом. Да ты. А, у меня посломался, блядь, заряжающий. Я думаю, что за хуйня. Полдня заряжаю. Где этот мелкий пидорас? Сука, я на нее сейчас прыгну. Не успею, наверное. Да, я его выебу, блядь, всем своим корпусом. Ай! Сейчас.
Чемпион, нанести на менее 10 000 единиц урона против чёрта. Плюс чемпион. Знаменосец. Ты все изучил там? Ты поехал. Причем ключ не все уже, но не нравится ключ. Думаю, что там называлось раньше. Шащий в план. Смог должен уничтожить меня, у нас очень плохо. Борется с нами против. Короче, на МТ-шечку ставь подкручивание оборотов и масло дизельное. Что за хуйня? И кумулятивов побольше надо было брать. На ЛТТБ тоже. Кстати, где ты ЛТТБ? 68 максимальная скорость, он там пыряет, я уйду. Так, голдой у нас пробитие 162. Домашка у него маленькая, по-моему, где-то да. Так, ты там готов? Россия fucking dogs пишут. Хангари. Что такое Хангари? Многие, блядь, пишут Хангари, блядь. МТ-ху, да? Потом ЛТТБ возьму. Так, пишет? Пишет. Пауза была большая, надо ехать. Как тебе, Сидор? Пойдет, да? Бюа катали сегодня по Яковлевке, но я не снимал, потому что у меня катер, надо зарядить телефон. Ух, ебать ты в чем ты. У меня этот самый телефон подразряженный был, я не стал. Если б, сука, зарядил вчера ночью. Да, на них еще покурить можно, подождать. А, не, поехали. Потом перекурим. Ух ты. Вчера меня вчера кинуло, было пол состава, и тут и у них, и у меня. И были шестерки и семерки. И так было заебись, чувак. И пятерки, по-моему.
Ты хочешь сказать, что я каким-то чудом карту поставил? Да нет, картинки у меня тоже были. А, я ремкомплект взял, не станет тушить. А, думаешь, будет гореть? Но у меня вроде вкачан этот самый. Короче, тебе нужно будет клацать эту четверку, если на гору поднимаешься. Если она, в ней нет необходимости, то есть ты прешь, ну я не знаю, что там. Короче, подкручивание надо время от времени. Блять, это хуевая карта для светляка. Давай просто покатаемся где-то в безопасном месте. Ну так и подсвечиваем. Ну, где-то в центре. Ю-ху, бать, чувак. Тебя надо на веревку тут цеплять. Тут какой-то пьяный по дороге вообще. Вот, вот это меня развернуло. Попробуй на нем попрыгать, чувак. Пошли на трамплин. Вот где я, на трамплине. Давай разгонимся. Назад, назад, или разгонись. Сейчас я четверочку включу. Я попробую перед прыжком развернуться. А ну смотри. Он вообще прыгает? Смотри, сейчас я поищу. И нормально. Но у меня усиленные катки еще стоят. Мы запиздили 54-ку, но меня пиздит какая-то ручка. Блять, ёбаный камень, сука. Ебать, он меня прикрепил. Да ёбать своим. Лаги, лаги. Ну что-то голда стояла на третьем месте. Пизди. О, бро, все, я отдыхать. Поехали вот сюда влево, как-то заедем, выскочим. Тут же есть проезд. А, нормально все. Ну я пошел, пацанам помогу. Да, я вот отвлекаю уже. Сука, не успел, ебать. Четверку не прожал. Это голдо, ёпта. Ну я его шел, блять. Много пиздить надо. Я. Делай выводы. И вот на них хардкор, чувак, слился. Вот чувак, я не жалею, что у меня куча светляков. На них можно, я вот могу поставить, это чисто хардкор. Вот для них слепо, штук 10, наверное, даже больше идет. 2-3 минуты, а то повезет весь бой, бать. И чисто чу-чу-чу, сел-сел. И бабло летит, чувак. Бабло, блядь, собирается. Ого. То есть я вместо того, чтобы один бой сыграть, я играю сразу 4. Везде по чуть-чуть, по копеечке, а потом рубчик. Я тебе говорю. Так, берем ЛТТБ. Все, сейчас перевороты. Кстати, а что, у меня не покрашено, по-моему, тоже. Вообще-вообще. Тя, ёпта, сейчас. Ну, у меня стандарт на зимний всегда такой. Так, нет, не заголовок. Кстати, надо покурить. Край спокойно. Не спеши. А вот этот мне нравится. Вот этот неплох. Обычно я ставлю на советах, то вообще везде у меня мода сейчас пошла ставить эту черную звезду большую. Она, во-первых, большая, то есть занимает много места, весь далеко видно. Ну это я выебусь уже этим. Ну ты понял. Вот она. Она больше, чем красная, видишь? Чем стандартная. Ну вот стандартная. Ну черная. Ну тут появились новые значки, мне нравятся. Вот. Например, вот этот тут мне нравится, вообще от него балдею. Он, во-первых, тоже большой. Белый, ну, довольно-таки прикольно выглядит. И вот этот прикольный. Такой есть в тундре, кстати. Ты его натягивал, недавно. Или подобное. И цифры большие. Цифры тоже прикольные. И вот этот код мне понравился.
Мы его только сблизка так видим. Цифры жаль не жирные, а только четверка жирна, которая издалека будет видна. Семерка, но она не везде будет видна. Вот это вообще тупая эмблема, я не знаю, кому кто-то. Ну на глаза, правда, похоже. О, точно. Сейчас сделаем глазки. Такой, знаешь, утенок. Можно вот этими сделать, а не так. Точно. Да. Ой, они еще в одну сторону смотрят, вообще зайдут. Да, вот это включу. А представь, что будет с елкой. А ну, сейчас это мы купим на елке. Я уж у елки не менял. Не, две. Ты че, две? Сейчас. Я ж купил. Смотри, елки две, я и не убирал. Видишь, у нее свой аляд. А была у нее башня другая, чувак. Я не заметил. Тю, ебать, испортили. И раньше у нее глазки были такие охуенные. Сейчас посмотрим. А раньше две были. Ему еще урезали вот этот поворот еще больше. Вообще, короче, блядь, превратили в говно. Будут у меня скорпиончики. А так я вот звезды такие везде ставлю. Блять, вот эти бы попробовать, как они рикошетят. Это там малых прикольно. Премиумный подарок, наверное, какой-то. Ну да. Это живой толщины. Но вот эта хуйня, вот смотри, видишь танк? Давай даже вот так вот танк. А теперь смотри. И вот, блядь. А я вчера вот так вблизи смотрел. Вот так вот. Такой включаю. А у меня тут тупо вот такая хуйня огромная. Я такой, ебать, он в экран же не влазит. Не знаю, что в нем, блядь, заебись, вообще нихуя не заебись, что-то я не понял, нихуя. Где у меня тут броня, блядь, где эти 260 мм? Уже в кораблях хотят сделать, как в тундре, понял? Наводишь и видишь броню, все хуйню, блядь, а фанта, блядь. Ну что, вот это и Б, погнали. Хардкорный он, если на нем научиться играть, дядь, он... Меня вчера на 49-ку мою ебали делать, это больше собака, блядь. Ну, зато разброс там, ебать, маленький. На ходу я ебашу. Ну, это чтоб ты у меня карту смотрел, а себя на сейф. Я ничего не менял, я тебе говорю, у меня тоже был сейф. И вот эти показатели на карте я через Alt сделал, то есть как корабляк, чтобы не занимало место. То есть оно тоже подгружает систему. Вот такой глазастик у меня теперь. Че, на гору? На турбачах сразу скакиваем. А попереворачиваться, поебулить. Поверни резко. Без этого. Не забрался, не? А, ты без тормоза. Разогонись хорошо и поверни резко. Влево и вправо, допустим. То есть на нем нельзя так поворачивать резко, ебать. Блять, я куда-то.
Я куда-то не туда залетел, походу. Ты что-то проебал тут. Короче, горка проебана, наверное. Тихо-тихо, блядь. Кто там лезет? Смотри, там справа бачик стоит открытый, чувак. О, лампочка. Сейчас я тебе покажу, как он переворачивается. Смотри. О, вовремя. Отъебись ты, ну шо ж ты, блядь. Вот видишь, затормозил меня. Вот так вот можно стопорить чуваков вообще. Ну-ка, ладно, ебать, вору. Где тут спуск? Смотри. Блядь, отъебись. Как тебе, а? А я вчера вообще вот так кубарем с горки катился. Сейчас попробуем с этим. Сейчас разгонимся. 66, что-то мало. А вот с ним нормально, понял? То есть или с ним надо поворачивать, или на более, ну, такими мелкими нажатиями. Я резко поворачивал, но, видать, тут грунт нормально скользящий. То есть не сильно перекидывает. Видишь, пытается задрать, но не перекидывает. Подпрыгивает левая сторона. Так, чё тут, поехали, ворвемся. Арту вынесем, нахуй, выйдет. Фугас. Нет, начнем с кумулятива. Там посмотрим. И на нем вот, не как на МТ, на нем можно не экономить. Надеюсь, он там один. По-моему, я правильно еду. Нет! Вот тебе автокик. Ничего я не проебал. Поиздеваемся над пацаном. А он получает. Не, он хочет. Ах ты, сука! А те двое-трое тоже, блядь, чепушилы, блядь, уже давно разобрали. Блядь, я думал, не попадет, честно. Да туговато скорость набирал. И давай 49-ку еще. Ты ее приготовил? Давай, бери ружку. Мне 49-ка понравилась вообще, огонь. Вперед. Только не сливайся. Это ж светляки. К ним привыкнуть надо. Вот, вот здесь она. На ЛТТБ. Все, что поменялось? Картинка опять. Карты нет. Ну, зайди у себя в настройки, может, ты найдешь. Показывать ленты боевой активности, вот у меня стоит. Чуть делаю за. А, вот она, дядь. Подсказки на экране загрузки боя. С иллюстрацией только текст. Или мини-карта. Вот она. Ну, давай только текст попробую. Была все-таки, видишь, мы не распознали ее сразу. Мне тут сказали, фугасами надо хуярить на этой технике. Блять, опять прижалась, чума. У меня сейчас 60-70. А?
она тоже долго набирает. Сколько? Сколько, сколько? Сотня — это нормально. Едут сюда ШТшки и ЛТТБ. Короче, я на охране у Артуки буду. Не пробил ТТБ, голдой чувак. И упал, давай, падай, падай. Круги убери все. Отожми три галочки. Нафиг они тебе надо. Ну а тебе на 390. А вот сейчас голдой тебе ебанем. Сука! Сука, меня арта вычислила, чувак. Ты говорил, работает переключение, не работает переключение на камеру. Они работают. Блять, поляк. Ебать, он тебя на 600 прописал, чувак. Может попробовать его? Что-то он дохуя там прописывает. Ты на сколько ему дал? На 700, что ли? Можешь по низу быстро въебать. Туда за домики. Да, нашу арта есть. Как это, я за группом был? Где там папа? Ну, ебани арта. Там уже там трое. Еще трое. Ты был за трупом. Значит, про... Он по трупам просто нет. Под трупом. Так, сейчас облегчу. Что за облегченный? Т-54 облегчу. А как его попробовать? Изучать надо. Ой, а что ж на него посадить? Сколько у него там человек? 4. Сейчас. Ну, вот это Б я выбрал. Блин, вот эта взводная кошка просто бесит вообще. Сука, ее размер особенно. Все закрываю.
Да, подошел, подошел с МТ-25 у меня экипаж. Ну, это пока обслужим вот так голду вместо ББшек. Газа есть. Сюда вот эту хуйню. Эту хуйню. И дизельное масло. Вот, обзор у нас 390, сюда оптику по-любому надо. А сколько сведений орудия? Ой, а может тут вкачать надо, блядь. Тык-тык-тык-тык-тык. Да, я ж его реально надо испытать. Я не помню, испытывал я его или нет, потому что у него ж... это ж мой следующий будет танчик. Правда, на голде, но такой нет. Оптику ему. Надеюсь, он быстро ездит. 69, ну заебись. Так. Досыпатель, да? И вертикальные наводки. То есть чисто хардкор. Так, и не обслуживание. Внешний вид. Будет леопард. Я не люблю леопард. Что такое будет? Полоса. Везде будет полоса. Извиняюсь. Так. Все, у меня Т-54 будет барсик. Я готов. Вроде вкачанный. А ты вкачал модули? Не. Другая? Там на карту поставить, да, текст похуй. Так, будешь батончик? Вот какой у меня танк. А ты регулятор не ставил, да? Что, лево сразу видно? А ты их не убрал.
галочки три штуки нужны. Внизу опустись. Колесико прокрути. Вон они, три внизу. Убирай. И не постоянно, а по нажатию альта. О, убрал. Сколько FPS? Ну, сад их назад. Я тут что, один? Я думал, ты со мной, бро. Понимаешь, ты видел. Я тут один. Я тут один, чувак. Хорошо. Я с этим повернул, как вообще развернул. Он устойчивый. Так, ПТшки есть. Ну, ПТшки стоят тут, сука. Мы ЕБ-50-го забрали, ебать, вдвоем. Нахуй его, что там, блядь. Гонять, проверить. О, я вот тут могу пострелять. Сука, ну почему в землю? Ну почему, почему? Вот она, вот она. Да, я в свете. Значит, ПТшки есть. А, ТВП, Т-50. Вон кто там дрочит. Даже не ПТшки. Но на этих не стоит нарваться. Все, въебываем. Башню сломали. А что, она будет долго поворачиваться? О. Не, башню чинить надо. Он ко мне едет, чувак. А, поехали, поехали. Так, где мы тут? Опять помощь. Вон они вдвоем поперли, блядь. Аккумулятив. Что, не хватит? Да? Я попробую. У меня пробилось. Вон объект. Где-то морда была. Ну, я не достаю его. А, вафля? Вафля кады? А. Вафля целится, значит заряжен. Вафля целится. Вот, я хочу. Бля, ты опять по мне стрелял. Он меня не пробил. Сейчас я его выебу. Заходи. Блять, он домик не ломается. Сука, домик не сломался, ёбаный соломенный домик, блять. Больше отходи, да. Блять, мой труп, чувак.
Вот он тебя зажал, как я тебе говорил. Это что был... это за хуйня? Это просто немного такое. Вот он зажимает и, блядь, не едет ни туда, ни сюда. Ну, так не должно. Не должно, а есть. Я вот вообще. Угу. Меня вчера так же само поймали. Хороший танчик, мне понравился. Хардкор. Да, он хорошо держит урон. Это единственный сюля, который более-менее держит урон. Не получится. Ну, ружку я не понял. Вот 49-ка мне нравится. Въебал так въебал. Что, еще раз? Все четверку. На последний раз. Ладно. Что, я? Да. Я умею, не стреляя, быть не последним. Я ж не последний, не последний. Да, да. Сейчас прям. Ну, пошли. Так, перезапись-то сделаем.